Это стой просто в труп, но кто его убил? О, посмотри, там кто-то идет, ты видишь это? Что он делает? О, господи, он просто его ударил, банда, вы видите, он просто его закапывает. Что творим, бро, меня зовут Сергио, не сы, бро, срау уже, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду, ведь, бачи, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. Эй, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою суприм-банду, чтобы смысле бади на ютубе. А также сегодня со мной идет снимает Настя. Привет! Майкл Майерс, кровожадный убийца, на его счету более 1000 смертей. По легенде, этот маньяк сейчас находится в тюрьме, но очевидцы говорят, что видели его на свободе. По описанию, это большой мужчина в синем костюме заключенного и маске из кожи. А все мы знаем, как выглядит маска Майкла Майерса, это 100% он, банда. И как только я узнал, где он находится, я сразу же сюда приехал. И жители этого поселка говорят, что люди здесь начали пропадать намного чаще, чем обычно. Неделю может пропасть без вести 3 человека. Здесь 100% живет маньяк, именно поэтому банда сегодня мы здесь. И на свой дрон я попытаюсь снять этого маньяка. И я почему-то уверен, что это тот самый Майкл Майерс. Потому что не зря же люди говорят, что он все-таки сбежал из тюрьмы. Тем не менее, банда, давайте на это видео наберем 30 лайков. И тогда, банда, я позвоню одновременно Майклу Майерсу и Джейсону Вурхису. И попытаюсь каким-то образом свести их, чтобы они подрались и снять это со своего дрона. Также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Ведь в своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами, подпишись на нас, напиши на директ, и все, жди. Уже скорее тучи именно тебе, так что будет скорее, все в описании, ставь лайк. А мы теперь запускаем дрон, погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы, Настя уже запустила дрон. Это тот самый поселок, в котором якобы живет Майкл Майерс. Точнее, банда, он живет за ним. Потому что в самом поселке ему очень опасно жить. Тем не менее, мы сейчас в этом месте, где именно его видели последний раз. И пока что здесь ничего не видно. Здесь так много всяких развалин, всяких заброшек. Это так страшно выглядит, банда, потому что здесь мог поселиться хоть какой-то маньяк, любой абсолютно. Не только Майкл Майерс. Здесь практически не ходят люди, это очень опасное место. Окей, тем не менее, я пока что ничего не вижу. Нету никаких следов маньяка. И даже крыши нету, такая жесть, банда. И думаю, что здесь мог бы поселиться Майкл Майерс. Что если нас просто обманули, банда? Окей, здесь еще какая-то речка. Возможно, он выбрасывает свои трупы в эту речку, поэтому мы их не видим. Но к речке не ведет ни одна тропинка. Я не думаю, что он сюда ходит. Возможно, он в этом здании живет. Черт возьми, он может там запросто жить. Но я пока что не вижу никаких следов. Ни следов человека, ни следов машины. Окей, я ничего не вижу. Возможно, он все же здесь живет, но ничего нету. Никаких следов, банда, абсолютно ничего. Окей, подойди немного ближе. Возможно, мы сможем позаглядать в окна и что-то рассмотреть. Да, окей, пока что ничего не видно, банда. Это обычное здание около речки. Это очень странно. Интересно, что это вообще за здание? Но все же более-менее в хорошем состоянии. Здесь может жить маньяк, но здесь нету никаких следов, банда. Окей, просто жесть. Мне кажется, здесь тоже нету Майкла Майерса. Это какой-то бред. Ой, господи, банда, я не понимаю. Если бы здесь жил реальный маньяк, то как минимум около речки лежали бы какие-то вещи. Я уже молчу про трупы, какие-то вещи трупов. Но их здесь просто нету. Возможно, нас просто обманули. Я ничего не вижу. Обычный поселок, обычная речка. Здесь не видно никаких следов преступления. Тем более, как говорят, что в неделю бывает по 3 человека. Это очень много. Как минимум, здесь должна была хотя бы быть кровь. Но ее здесь нет. Это очень странно. На банда. Обычный мирный поселок с заброшенной фермой. Ничего более. Почему все говорят, что здесь вот маньяк? Окей, тем не менее, я пока что ничего не вижу, банда. Это очень странно. Абсолютно никаких следов маньяка. О, посмотри, там в кустах какое-то здание. Ты видишь это? Да, вижу. В тех деревьях там есть какое-то здание. Просто жесть, попытайся как-то аккуратно к нему подлететь. Возможно, он все-таки живет в этом здании. Окей, просто жесть, банда. Там реально есть какое-то здание. Вы это видите? Возможно, именно там живет Майкл Майерс. Это очень странно, банда. Посмотри, оно так хорошо спрятано. Это очень хорошее здание для того, чтобы здесь мог прятаться маньяк. А тем более притаскивать сюда своих трупов, своих жертв. Это очень странно. Посмотри, там кто-то лежит. Да. Что это? Кто это, банда? Вы видите это? Просто жесть, на снегу лежит человек. Просто посмотрите, там реально очертания человека. Очень трудно что-то разглядеть, потому что здесь деревья, кусты. Все очень плохо видно, тем более даже дрон не может так близко к нему подлететь. И думаю, что какой-то человек просто решил полежать на снегу. Это 100% труп, но кто его убил? Это так страшно, банда, черт. Мы уже не первый раз снимаем трупы, но это очень стрёмно выглядит. Окей, тем не менее, пока что ничего с ним не происходит, он просто лежит. Если вдруг его убил маньяк, куда делся тот самый маньяк?
Какая жесть, банда, никто его просто не видит. Нигде нету никаких людей, все просто в кустах. Какие-то деревья и заброшенные фермы, и все. Здесь очень хорошее место для того, чтобы прятать трупов. И так поступил этот маньяк, он реально его здесь спрятал. Но мы-то его увидели с нашего дрона. Просто жесть, банда, что вообще происходит, так страшно. И никого около него нету. Он просто мертвый лежит, банда, это реальный труп, мне просто в это не верится. Здесь реально живет маньяк, его все же никто не поймал. Просто жесть, банда, в неделю бывает по 3 человека, и все же не могут поймать. Возможно, сегодня мы с него с моего дрона отнесем все это в полицию. И тогда я буду надеяться, что его наконец-то поймают. Тем не менее, банда, мы продолжаем за всем этим наблюдать. Просто продолжаем наблюдать за этим трупом, но это так страшно, банда. Это реальный труп, он даже не двигается. О, посмотри, там кто-то идет, ты видишь это? Просто жесть, какой-то человек. Может, о, господи. Он спасет его? Не знаю, он просто идет. И кажется, у него какая-то маска. Это Майкл Майерс? Просто жесть, банда, вы видите это? Это реально Майкл Майерс. Он все-таки существует, просто жесть. Это реально, он все-таки сбежал с тюрьмы. То есть люди были правы, он все же на свободе. Это просто жесть, банда, вы видите это? Он просто идет. И похоже, он идет к этому трупу. Попытайся как-то снимать его, чтобы он не заметил наш дрон. Но чтобы он даже его никак не услышал. Просто жесть, банда, это реально этот маньяк. О, господи, он поворачивает сюда, ты видишь это? Он идет к этому трупу. Просто жесть, это реальный маньяк. Это реальный Майкл Майерс. Вы это видите, банда, он все же существует в реальной жизни. Он идет к этому зданию. То есть все-таки он живет в этом здании, банда, как я и говорил. Моя теория казалась правдивой. Просто жесть, он идет сюда, что он делает? Он просто смотрит в окно. О, господи, мне кажется, что он слышит наш трон, не понимает, откуда этот звук. Он просто проверяет, кто-то есть в этом доме. Такая жесть, банда. Он просто ходит, смотрит по окнам. О, господи, куда он уходит? Просто жесть, мне это не верится, Суприм Банда, это реальный Майкл Майерс, вы это видите? Это реальный маньяк! О, господи, вон тот труп лежит, а вот Майкл Майерс, это все же он его убил! Он просто ходит, смотрит в окна, проверяет, никого там нету! Скорее всего, он боится, что его кто-то поймает, именно поэтому он просто прячется от людей! Интересно, зачем он вообще это делает? Зачем все эти убийства? Неужели не хочет просто жить обычной жизнью? О, господи, просто жесть, Банда, посмотрите! Это труп, а вот Майкл Майерс! Он к нему подходит, вы это видите? Господи. Просто жесть, он трогает его. Он, скорее всего, проверяет, ли он жив. Как будто он трогает его пульс. Вы это видите, банда, просто жесть. Куда он идет? О, господи, такая жесть, банда, мне просто в это не верится. Мы снимаем реальные трубы реального маньяка. Тем более необычного маньяка, прям Майкла Майерса. Это серьезно мощный маньяк, банда. Он взял палку, но зачем? Что он собирается с ним делать? Просто жесть. Господи, я так переживаю. Я же надеюсь, что он все еще жив. Что он делает? Посмотри! Господи, что это? Что он делает? О, господи, он просто его ударил, банда, вы это видели? Неужели он был жив, поэтому он решил его до конца уже убить, он просто его вырубил. Он проверяет, ли он жив. Оказывается, банда, что это человек, который лежал на снегу, был жив. И поэтому Майкл Майерс решил его добить. Скажи, что происходит, банда? Мне просто в это не верится, это реальный маньяк. Это реальный Майкл Майерс, который только в наших глазах добил человека. Теперь это 100% мертвец. Неужели этот человек был все еще жив, а он таким образом решил его добить? Это просто ужасно. Ужасно, банда, то есть по идее мы могли все-таки его спасти. О, господи, что он делает? Он начинает его куда-то тащить. Просто жесть, он хочет от него избавиться, банда. Вы это видите, такая жесть. Господи, это реальный труп, это реальный маньяк, мне просто в это не верится. Скорее всего, что у него тащит как раз в той речке, чтобы его выбросить туда. Тогда никто не найдет этот труп. Старайся, Настя, как-то аккуратно его снимать, чтобы не заметил дрон. А то иначе он просто убежит. Или же захочет нас найти и убить, это так ужасно. Господи, банда, как же страшно наблюдать за такими маньяками. А особенно, когда они совершают убийство. Это просто так жутко выглядит. Тем не менее, мы теперь 100% все это видели, отнесем в полицию. Потому что мы сняли реального маньяка, это реальный Майкл Майерс. Но если он смог сбежать с тюрьмы, то, думаю, полиция вообще ничего не сделает. Потому что он снова убежит. Это так страшно, банда, посмотри, куда он его тащит, что это? Ты видишь это? Это какая-то яма! Господи, банда, что происходит? Неужели он просто хочет его закопать? О, господи, вы видите это? Это так страшно выглядит, банда! Что он делает? Он хочет еще немного прокопать яму. Неужели он просто его закопает в этой яме? Именно так он и избавляется от трупов. Тогда его будет очень тяжело найти обычным полицейским. Он просто его закопает, и все, больше никто не найдет. О, господи, это даже еще хуже, чем озеро. Такая жесть. Господи, неужели сейчас просто его туда выбросит и закопает его там? Мне так страшно, банда, посмотрите, что он делает. О, господи, вы видите это? Он просто его ложит в эту яму. Это так жутко.
Просто жесть, это не верится! Это реальный мантёк, он реально его хочет закопать! Он просто таким образом избавляется от трупа! Вы видите, он просто его закапывает! Это просто жесть, Бада, мне в это не верится! Это реально очень страшно! Мы сняли реального убийства от реального маньяка! А теперь снимем, как он избавляется от трупа! Это такая жесть! То есть здесь и остальные трупы? Возможно, их просто прикидало снегом! Просто жесть, Суприм Банд, это так страшно! Мне просто в это не верится! И его просто никто не видит! По ту сторону, через озеро, там же живут какие-то люди, там есть дома! Они просто его не видят! Он его закопал и куда-то уходит, вы видите это? Просто жесть, что происходит? Это так жутко! Мне просто все еще в это не верится! Мне немного руки трусят все это, посмотрите! Это так страшно, Банда! Куда он уходит? Он просто закопал этого человека-мертвеца! Возможно, Банда часть своих жертв он закопает в этом поле, а другую часть просто выбрасывает в озеро! Это так страшно! О, господи, мы сегодня сняли реального Майкла Майерса в то время, когда он совершает убийство! А тем более, что даже избавляется от трупа! Это так жутко! Он ходит в этот дом, скорее всего, что здесь он не живет. Господи, если там он хранит трупы, просто представь, как там воняет. Там же трупы тухлятина. Это так страшно, Банда, мне просто в это не верится. О, посмотри, вот он. Мы ждали его около выхода, но он вышел с другой части. Посмотри, он видит наш трон. Он все-таки нас заметил, Банда. Господи, что он делает? Это так страшно, Банда. Этот Майкл Марс не уже теперь будете искать нас. Возможно, он узнал, что мы за ним все теперь хочет нас убить. Но даже не знаете, мы находимся, Банда, мы очень далеко от него. Просто посмотри, куда он идет. Он куда-то уходит с этой палкой, или что это? У него какая-то мачете. Ничего не понятно, куда он идет. Там поселок. Он идет к поселку, Настя. Господи. О, господи, он идет еще совершать убийство. Нужно срочно предупредить людей, лети скорее к поселку. Да, это просто жесть, Банда. Мы должны предупредить людей, что здесь живет реальный Майкл Майерс. А то иначе он будет дальше совершать свое убийство. Мне просто в это не верится. Мы сегодня сняли реального Майкл Майерса. Тем не менее, Банда, вы помните, 30 лайков, и я звоню Джейсону Вурхесу Майкл Майерс одновременно. Так что мне скорее ставь лайк, а также провод комменты с прошлого видео. Просто какие-нибудь шикарные дядь. Комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь посмотреть себе видео, всего чтобы запуститься ниже. Нажимай лайк, колокольчик и все продолжаем видео. Лайк, лайк, какой-то видео банди. Также скорее ставь лайк, подписывайся. А также бро, помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!